Очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы прошло в администрации. Его провел заместитель председателя Дмитрий Локтионов. На рассмотрении народных избранников два вопроса. Сначала участники встречи проголосовали за устранение технической ошибки в правилах землепользования и застройки территории, а также одобрили изменения в документе. А именно включить в перечень основных видов разрешенного использования земельных участков градостроительного регламента территориальной зоны У-36 вид разрешенного использования коммунальное обслуживание. Могу пояснить, это касается застройки самолет в Мирном. Для того, чтобы опять же устранить эти решения, мы включаем коммунальное обслуживание. Контроль за использованием настоящего решения возложен на постоянную депутатскую комиссию по перспективному развитию, градостроительству и землепользованию.